Сати Казанова пополнила нашу копилочку зажигательных летних треков. По какой песне вся страна в этом сезоне будет греться под ласковым солнцем и переворачивать шашлычки, узнаете через мгновение. Сати Казанова стала хиппи. Все ради съемок нового клипа на песню «Счастье есть». Режиссером видео стала Мария Скобелева. Подруга и режиссер клипа. Придумывать ничего замороченного не стали. Мария сделала акцент на живые эмоции. В кадре фигурирует природа, улыбки, танцы и летнее настроение. В ролике приняли участие модель Ирина Куликова, которая прилетела специально из Милана, чтобы дебютировать в клипе у певицы, и известный продюсер Тима Брик. 5 утра, я нахожусь на съемках нового клипа Сати Казановой. Посмотреть, как Сати Казанова и компания зажигают в образах хиппи, ты уже можешь в эфире Муз-ТВ.